Всем привет и добро пожаловать на лекцию о смарт-контрактах. Я один из членов команды SimpleLearn. Итак, давайте начнем и разберемся, что же такое смарт-контракты. О чем мы сегодня будем говорить? Мы разберемся, зачем нужны смарт-контракты, что это такое, как используется Solidity для создания смарт-контрактов, преимущества и реализацию смарт-контрактов в блокчейне. Мы также рассмотрим примеры смарт-контрактов для голосования, создания цифровых токенов и в том, как они помогают в краудфандинге. Итак, что же такое смарт-контракт? Давайте сначала посмотрим, как работают обычные контракты. Представим, что есть две стороны, А и Б, которые заключают контракт. Для выполнения контракта им нужны услуги третьей стороны, которой бы они доверяли. Смарт-контракты устраняют зависимость от таких третьих сторон и обеспечивают автоматическое выполнение контрактов. Если сравнить традиционные контракты и смарт-контракты, то для первых нужны правительства, юристы или любая другая третья сторона, которой можно доверять. В случае со смарт-контрактами нам не нужна третья сторона. Не нужны посредники. Время выполнения. Очевидно, что на выполнение традиционных контрактов требуется больше времени, так как они связаны с большим числом посредников, работа с которыми растягивается на несколько дней и занимает много времени в целом. Смарт-контракты выполняются всего за несколько минут потому что они автоматизированы, их можно программировать, запускать на компьютере, и в них можно заранее определять условия. Перевод средств. В традиционных контрактах перевод средств любой из сторон осуществляется вручную. На подтверждение, рабочие и другие ручные процессы уходит время. В смарт-контрактах все условия предопределены, установлены заранее, и как только условия выполняются, перевод средств осуществляется автоматически. Баланс стороны, которая должна отправить средства, автоматически изменяется. Это и есть есть основное преимущество смарт-контрактов. В традиционных контрактах нет стопроцентной прозрачности. Их прозрачность зависит от третьих сторон, учреждений и посредников, участвующих в контракте. Смарт-контракты предлагают стопроцентную прозрачность в круглосуточном режиме. Любая сторона может посмотреть, проверить и подтвердить транзакции, выполненные в рамках смарт-контрактов. Архивация. Архивация ⁇ это большая и сложная проблема традиционных контрактов, так как большая часть транзакций фиксируется на бумаге, а записи о них хранятся в физическом виде. Управлять такими записями и идентифицировать историю происхождения всех транзакций очень трудно. Со смарт-контрактами дело обстоит намного проще. Все транзакции, совершенные в рамках смарт-контрактов, можно на 100% отследить с точки зрения истории происхождения. Вы можете отследить транзакцию с момента ее создания. До настоящего дня архивация совершается автоматически. Все логи, проверки и данные о транзакции создаются автоматически. Безопасность ⁇ одна из проблем традиционных контрактов, так как в них вовлечены посредники, а значит такие контракты используют ручные процессы. Безопасность может быть нарушена на любом уровне, на любом этапе выполнения. В смарт-контрактах безопасность обеспечивается шифрованием, в основном благодаря структуре с публичными и приватными ключами. Это очень надежный способ шифрования и обеспечения безопасности для транзакций. Расходы. Конечно, традиционные контракты требуют больше расходов. Комиссии за транзакции обычных контрактов выше, чем у смарт-контрактов из-за участия посредников. Смарт-контракты предлагают низкие комиссии, ведь для их выполнения не нужны посредники. Взимается только комиссия за транзакцию основной сети блокчейна, в которой реализуется смарт-контракт. Подписи ⁇ это ручной процесс. Все транзакции подписываются и проверяются вручную, однако в случае со смарт-контрактами все транзакции имеют цифровую подпись, которая создается приватными ключами сторон и может быть расшифрована сторонами, участвующими в смарт-контракте с помощью публичного ключа. Если вкратце, то у смарт-контрактов есть ряд преимуществ, основные из них перечислены здесь. Именно эти преимущества мотивируют нас стремиться к экономии, к созданию системы со смарт-контрактами для выполнения транзакций, которые позволяют избегать споров и сохранять низкие комиссии, что идет на пользу конечному потребителю. Что же такое смарт-контракт? Возьмем пример из реальной жизни. Вы хотите купить шоколад в торговом автомате. Вы опускаете в автомат купюру в 2 доллара. После этого нажимаете кнопку А1, это номер шоколада, который вы хотите купить. В результате рычаг торгового автомата приходит в движение и выталкивает шоколад. Другими словами, кнопка А1 дает рычагу указание «выталкивать шоколад». Смарт-контракт очень похож на торговый автомат. Он устраняет необходимость в посредниках. Торговый автомат заменяет продавца. Позволяет совершать покупки без посредников. Устраняет необходимость в эскроу-услугах. Смарт-контракты ⁇ это самовыполняющиеся контракты, которые содержат все условия и положения между сторонами и участниками соглашения. Условия и положения соглашения прописаны в коде, который выполняется на децентрализованной платформе на основе блокчейна. Такие соглашения управляют обменом любыми цифровыми активами. Это может быть цифровая валюта, акции, собственность, все, с чем вы захотите иметь дело. Децентрализованная платформа на блокчейне создает демократическую систему, в которой транзакции подтверждаются большинством участников, личность которых остается неизвестной. Возьмем еще один пример. Рэйчел приехала в аэропорт, но ее рейс отложили, Однако это неудобство может принести Рэйчел пользу, ведь согласно смарт-контракту со страховой компанией, она моментально получит компенсацию за отложенный рейс. Представьте, что существует уже запущенный смарт-контракт со страховой компанией. Этот контракт отслеживает задержанные рейсы. Рэйчел уже имеет страхование на случай задержки рейса. Как только это условие выполняется, и рейс задерживается на более чем X часов, например, на 2 часа, страховая компания автоматически выплачивает Рэйчел сумму, на которую она застрахована. Давайте посмотрим, как здесь поможет смарт-контракт. Страхование от задержки рейса AXA — это один из примеров смарт-контрактов Ethereum. AXA — это страховая компания. Смарт-контракт связан с базами данных и отслеживает статус рейсов. Он постоянно отслеживает информацию и обнаруживает задержки. Таким образом, если рейс задерживается на два часа или больше, происходит автоматическая компенсация. У нас есть следующее условие. Если рейс задерживается больше, чем на два часа, то страховой контракт приходит в исполнение, и Рэйчел выплачивается определенная сумма. Смарт-контракт основан на условиях и положениях. Условие следующее. Компенсация равно задержка рейса менее двух часов. Основанием смарт-контракта является хранение денег компании, пока не будет выполнено определенное условие. Смарт-контракт отправляется EVM узлов сети блокчейн на оценку. EVM — это компилятор, который выполняет код смарт-контрактов. Это мозг — электронная виртуальная машина для выполнения смарт-контрактов. Все узлы сети, выполняющие код с помощью EVM, должны прийти к одному и тому же результату. Потому что все EVM имеют одинаковую копию выполняемого смарт-контракта. Если рейс задерживается на 2 часа или больше, то смарт-контракт автоматически выполняется, и Рэйчел получает компенсацию. Это и есть цель смарт-контрактов, без посредников, бумажной работы, различных ритуалов, без необходимости отправлять заявку страховой компании и ждать, пока та обработает ее вручную. Все эти этапы отсутствуют, и выплата происходит напрямую в пользу Рэйчел. Теперь давайте разберемся с Solidity и разработкой смарт-контрактов. Здесь встает важный вопрос. Какой язык программирования использует контракт? Существует два широко используемых языка программирования для написания смарт-контрактов на Ethereum — Solidity и Serpent. Для выполнения смарт-контрактов на блокчейн-платформе чаще используется Solidity, поэтому сейчас мы поговорим именно об этом языке. Solidity — это высокоуровневый язык программирования, который используется для реализации смарт-контрактов. Solidity обеспечивает саму реализацию смарт-контрактов. Solidity позволяет проверять программу на стадии выполнения, а не на стадии компиляции. Это полный по тьюрингу язык. В нем есть все необходимые условия, циклы с предусловием для операторов маршрутов и так далее. В нем есть все, что должно быть в любом зрелом языке программирования для написания кода, для создания условий необходимых циклов, предусловий и так далее. Каковы преимущества смарт-контрактов? Как мы уже говорили, в смарт-контрактах нет посредников. Они выполняются без участия третьих лиц. Это автоматизированный процесс. Смарт-контракты выполняются автоматически согласно коду, а вручную делать ничего не нужно. Благодаря коду смарт-контракты отличаются высокой скоростью вычислений. Скорость выполнения таких контрактов намного выше, чем у традиционных контрактов. Данные здесь хранятся в децентрализованной системе. Изменить эти данные очень сложно. Я бы сказал, больше, чем невозможно. Точность. В зависимости от требований, условия и положения контракта прописываются с высокой точностью. Как только записывается транзакция, она попадает в реестр сети блокчейн и становится неизменяемой. Никто не может отредактировать или внести изменения в записи, добавленные в блокчейн через смарт-контракты. Теперь давайте рассмотрим реализацию смарт-контракта в блокчейне. С помощью блокчейна можно проводить голосование без угрозы каких-либо нарушений. Централизованная система голосования сталкивается с трудностями касательно отслеживания голосов. Злоумышленники могут подделывать личность, вмешиваться в подсчет голосов, склонять к принятию решений. Смарт-контракты устраняют все эти угрозы. В них заранее прописаны условия и положения. Никто не может проголосовать за другого человека, вмешиваться в подсчет голосов. Каждый голос записывается в сеть блокчейна а подсчет производится автоматически, без участия третьих лиц или каких-либо ручных процессов. Итак, условия и положения. Каждый участник может иметь только один голос. Подтверждения осуществляют сами пользователи блокчейна. Процесс голосования можно проводить в публичном блокчейне или в децентрализованной автономной организации, также на основе блокчейна. Такая система на 100% прозрачна, а каждая операция записывается. После того, как голоса записываются в реестр, эту информацию изменить невозможно. Этот реестр находится в публичном доступе для проверки и подтверждения. Давайте теперь рассмотрим пример контракта для голосования на Solidity. Здесь у нас контракт для голосования, написанный на языке Solidity. Я кратко расскажу вам о его основных функциях. Здесь есть такие базовые параметры, как минимальное количество участников или предложений, необходимых для голосования, минимальное время для оспаривания до принятия голоса, количество перевеса голосов, необходимое для принятия решения. Например, предложение принимается, если предложение набирает больше 50% голосов плюс число перевеса. Здесь мы определяем условия выигрыша, какой перевес большинства будет означать победу стороны. Здесь также есть структура данных для принятия предложений. Затем есть структуры для определения данных лиц, которые участвуют в предложениях или отправляют их собираются адреса участников. Обычно используется способ цифровой идентификации участников, которые отправляют предложение или что-то другое. Этот смарт-контракт позволяет создавать систему голосования, в которую можно добавлять участников, удалять их, изменять определенные правила голосования в зависимости от необходимых условий. Например, можно увеличивать минимальное количество участников, время на оспаривание или правила перевеса. Здесь, такие... Здесь также есть функция отправки нового предложения на голосование. Этот пример можно использовать для принятия определенного решения в децентрализованной автономной организации. Здесь решение принимает не центральный орган. Используется специальный механизм голосования, который подсчитывает голоса. Если большинство участников голосуют за предложение, то оно принимается. В обратном же случае отклоняется. Существуют также периферийные функции. Например, проверка кода предложения, функция голосования, описывающая конкретные шаги голосования. Для конкретного предложения количество голосов увеличивается или уменьшается. А затем, если большинство участников голосуют за, предложение вступает в силу. Теперь давайте рассмотрим, как реализуется смарт-контракт. У нас есть смарт-контракт для голосования. Посмотрим, как можно реализовать этот смарт-контракт для голосования в тестовой сети Ethereum под названием Robston. Вот наш смарт-контракт для голосования. После того, как вы открыли Remix, нужно также установить расширение Chrome под названием Metamask. Это расширение для подключения к тестовой сети Robston, тестовой сети Ethereum. Вводим в строке Robston.etherscan.io и открывается тестовая сеть Ethereum, в которой можно реализовать контракт. Как только мы вошли в MetaMask, для которого нужно создать учетную запись, нужно приобрести тестовый эфир, чтобы иметь возможность реализовать контракт. После создания учетной записи на Robston, эфир можно купить через Robston Test Faucet. Когда мы переходим по этой ссылке, то видим, что адрес нашей учетной записи уже указан. Теперь можно отправить запрос на единицу эфира. Теперь при каждой подобной транзакции баланс вашей учетной записи будет увеличиваться на единицу. У меня уже есть эфир, и я могу использовать его для реализации своего смарт-контракта. Для того, чтобы скомпилировать и выполнить контракт, я скопировал и вставил его сюда, если зайти в раздел Run, то можно увидеть, что Remix уже подключился с помощью Injected Web3 к Metamask и использует мою учетную запись, на балансе которой есть 7,83 эфира. Теперь мне нужно изменить настройки. Итак, мой контракт скомпилирован. В этом выпадающем окне вы видите все мои контракты. Конгресс ⁇ это мой основной контракт. Теперь я запущу контракт в разделе Run. В выпадающем окне вы видите название всех контрактов, которые у меня есть. Здесь есть Owned, Token Recipient, а также Интерфейс и контракт Конгресс. Я хочу выполнить контракт Конгресс. Для выполнения контрактов существует конструктор, в который необходимо ввести нужные данные. Я могу задать определенные значения. Например, минимальное количество предложений — 100, минимальное количество споров — 10, и перевес голосов для определения большинства. Я нажимаю «Выполнить». После этого появляется окно, в котором мне необходимо указать газ. Для выполнения контракта взимается определенная сумма эфира с моей учетной записи. Я нажимаю «Отправить». Мы видим, что транзакция отправилась на robstonetherscan.io. Я нажимаю на эту ссылку. Это и есть транзакция, которая запустила контракт. На обработку контракта в сети Ethereum требуется время. Как только это произойдет, мы сможем увидеть адрес, по которому он создан и запущен. Теперь мы видим, что мой контракт запущен по адресу 0CC. Я могу загрузить его. Это сумма эфира, которая была списана с моей учетной записи за выполнение контракта. На Robston EtherScan есть несколько разделов. Здесь можно проверить, подтвердить и опубликовать контракт чтобы другие люди также могли видеть код и использовать его. Перейдем в MetaMask. Здесь мы видим транзакцию, которая только что была проведена в вашей учетной записи. Если нажать ее, то откроется то же самое окно, что и здесь. После того, как вы выполнили контракт, вы можете тестировать его напрямую через Remix. Блоки, выделенные розовым цветом, могут производить изменения в блокчейне, а блоки, выделенные голубым цветом, могут осуществлять только чтение. Для того, чтобы совершить чтение, не нужно тратить газ. Metamask не будет отправлять уведомления с запросом на газ. Если вы хотите выполнить одно из розовых действий, то нужно потратить газ, так как эти операции отправляют изменения в блокчейн. Итак, это был пример смарт-контракта для голосования, который доступен по ссылке под видео. Все остальные контракты, которые мы будем изучать, будут выполняться подобным образом в тестовой сети Robston. Возьмем другой пример. Допустим, вы хотите использовать смарт-контракт, чтобы выпустить собственную криптовалюту или цифровой токен. Для того, чтобы выпустить собственные цифровые токены и совершать с ними транзакции, вы можете использовать смарт-контракт на основе Ethereum. Цель ⁇ разработать и выпустить собственную цифровую валюту, создать торгуемый компьютерный токен, который можно использовать как валюту, акцию или любой актив. Такие токены используют стандартный API. В случае с Ethereum — это стандарт ERC-20. И другие токены, которые позволяют контракту автоматически получать доступ к любому кошельку для обмена. В результате мы получаем торгуемый токен с фиксированным запасом, а наша платформа становится центральным банком, выпускающим цифровые деньги. Смарт-контракт превращается в банк, выпускающий деньги. Возьмем еще один пример. Это реализация токена ERC20 в сети Ethereum. Основные атрибуты этого токена ⁇ название, символ, количество знаков после запятой и самый главный атрибут ⁇ предопределенный объем токенов. В любой экономике есть ограниченная денежная масса. Так и здесь. У нас есть определенное количество токенов. Этот аспект четко указывается. Нужно определить эти параметры, затем создать структуру данных на Solidity для учета балансов участников, которым вы выдаете токены и указать сумму, которую можно потратить с адресов. Также для ERC-20 существуют методы, среди которых трансфер transfer from, approve, call и так далее. Для обычного токена все эти методы позволяют нескольким сторонам создавать транзакции, отправлять и получать токены. Вы также можете посмотреть этот контракт, перейдя по ссылке под видео. Возьмем еще один пример с краудфандингом. Как использовать смарт-контракты для краудфандинга проекта. Допустим, вы хотите начать свое дело, для которого нужно много средств. Но кто даст деньги неизвестному человеку? Где же взять эти деньги? В таких случаях можно использовать смарт-контракты. Благодаря Ethereum вы можете создать смарт-контракт, который будет хранить средства отправителей до наступления определенной даты или до момента достижения цели. В зависимости от успеха вашего предприятия, средства будут отправлены владельцам контракта или обратно отправителям. Таким образом, вы можете создать собственный проект с краудфандингом, если хотите получить средства от инвесторов. Полученная сумма будет заморожена, пока ваш проект не достигнет цели или пока не наступит определенная дата. Инвесторы получат созданные вами токены в рамках краудфандинга в эфире или в соответствующей валюте. Централизованная система краудфандинга сталкивается со множеством проблем систем управления. Поэтому для краудфандинга эффективно используется DAO ⁇ децентрализованная автономная организация. Все условия и положения полностью прозрачны и прописаны в контракте. Каждый участник краудфандинга получает токен, который связан с учетной записью Ethereum. Каждая полученная сумма записывается в блокчейн. Каждый раз, когда токен перемещается между DAO и отдельным инвестором, эта транзакция записывается в сеть блокчейна. Теперь давайте кратко рассмотрим контракт для краудсейла. Контракт для краудсейла имеет базовые атрибуты. Цель сбора средств. Сколько средств необходимо собрать. Уже собранная сумма средств, которую можно отслеживать в реальном времени. Крайний срок сбора. Цена токена в эфире. Также вы можете выдавать определенное количество токенов в качестве награды. Здесь также есть методы, например, можно проверить, доступны ли средства для вывода после их получения, достигнута ли цель сбора средств. Есть методы для передачи токенов от отправителя вашей учетной записи. Такой контракт позволяет просматривать полученную или желаемую сумму, проверять, достигнута ли цель, кто инвестировал в ваши токены какая доля уже распределена среди инвесторов и так далее. Отслеживать можно все. С помощью смарт-контракта и его методов и инструментов можно проводить полноценный краудфандинг. Этот контракт также доступен по ссылке под видео. Итак, сегодня мы узнали, зачем нужны смарт-контракты, что это такое, каковы преимущества смарт-контрактов. Рассмотрели реализацию смарт-контрактов в блокчейне и примеры смарт-контрактов для краудфандинга. Надеюсь, вам понравилась эта обучающая лекция. Встретимся в следующих видео. Спасибо! Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.